Всем привет, меня зовут Инесса, и я вам сегодня хотела бы рассказать о 5 сайтах, которыми я очень люблю пользоваться. И один из них это будет noveit.ru. Он рассматривает очень много интересных тем, от ногтей до авангардных нарядов разных знаменитостей. Дают практические советы. В общем, можно очень много всего найти и узнать на этом сайте. Second Street, сайт о кастомайзинге и для любителей моды. Показывает, как вдохнуть вторую жизнь в старые вещи. Очень интересный декор, булавками, бусинами, пирсингом, пуговицами. Не пожалейте время открыть этот сайт и заглянуть на него. Третий сайт, который я вам советую, это сайт о моде и стиле. На сайте можно найти много всего очень интересного. О последних новинках моды, о звездной жизни, о стилях, о модельной жизни. Здесь вы можете увидеть, есть каталог одежды и обуви. Сюда вы можете зайти и выбрать для себя и для своих близких что-то интересное. От Kenzo до Prada, Naf, Adidas и очень многое другое. Так что заходите, смотрите. Также здесь есть интересный раздел «Модельный бизнес». Здесь вы найдете очень много интересного для себя, модельное агентство, школа модели, если вы мечтаете стать моделью. Также здесь есть интересный такой проект «Стилист онлайн». Вы можете написать им, отправить свои фотографии, и они смогут вам посоветовать, что и как носить. В общем, очень интересное. Здесь вот уже идет «Как сформировать гардероб женщины за 30». Vogue.ru, либо также вы можете зайти на сайт le.ru. Это два очень хороших сайта. Здесь показывают последние новинки моды, показывают звездные стили, советы, последние коллекции. В общем, очень. В журнале Elle вы также найдете интересные статьи о звездах, о звездных стилях, советах, новостях. Также последние кутюрные резортные коллекции. И для каждой женщины, я думаю, будет интересно почитать гороскоп. Здесь вот есть интересный гороскоп на месяц, на год можно выбрать. Так что заходите, смотрите и читайте. Последний сайт, который я бы вам хотела посоветовать, это modanews.ru. Я очень люблю эту редакцию, вот у них есть интернет-журнал, также они есть на YouTube. Вам посоветовать этот сайт из-за различных журналов. На протяжении многих лет покупала ателье. Очень много интересной информации здесь подчерпнула с этого журнала. Все странички также показывают конкурсы, которые проходят в России. Ссылки на эти сайты я оставлю внизу под описанием. Напишите мне в комментариях, пользуетесь ли вы интересными модными порталами. Надеюсь, вам это видео понравилось. Пишите мне в комментариях, ставьте лайки и всем пока-пока!